Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам покажу, как установить пиратку с Pentair S251215S. То есть у меня уже, видите, тут скачан архив. То есть под видео будет ссылка в группу. В группе найдете с правой стороны вкладку ссылки, и там будет такой ссылочка на скачку данного архива. Так, сейчас произойдет у нас установка, посмотрим. Распаковываем архив, и здесь будет экзешник на установку. Так. Вставить, выбирайте, куда будете ее устанавливать. Данная игра играет по сетке через Tangle. Скачайте где-нибудь в интернете, найдете в группах. Полноценная нормальная игра, и устанавливайте Tangle и играйте по сетке. Сейчас я его найду, где она. Уже стоит даже, видите, чистить кэш, кэш чистится игры. Два раза клик, и все, это запуск в Steam, но она тут не пойдет, и запускаете ее через лаунчер вот этот. Так, здесь можно будет поменять аватарку свою, поставить, и в конфиге. Так, у нас тут понятно, что прописано. Ладно, посмотрим, что есть, какие машины из воркшопа тут присутствуют или нет. Здесь папка Levels, это карты закидывать. Так, запускаем. Все, видите, данная версия игры запустилась. Русский язык, настройки, чтобы не было мыла в салоне. Ставите шейдеры на максимально. Все, сейчас зайдем на полигон. Создать. Ну да, здесь машин нет из воркшопа, то, наверное, будет дополнительная ссылочка на автомобиль из воркшопа, как устанавливать. Автомобиль с воркшопа здесь нет, будет дополнительно, наверное, выложено все это. Скачивайте. Ставьте лайки, подпишитесь на канал.